Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Наталья. Новогодние праздники подошли к своему завершению, но, оглянувшись вокруг, мы видим до сих пор красиво украшенные витрины, улицы, фонарики, красивые яркие огни. И это продолжает дарить нам праздничное настроение, атмосферу праздника. И я решила поделиться с вами еще небольшим видео на эту тему. Сегодня увидела красивую украшенную витрину и решила показать и вам. Напоминает сказку детства, потому что многие игрушки, как из детства, паровозик, кубики, счеты, чайный сервиз и многое-многое другое. Настоящая атмосфера праздника.